вечер, уважаемые жюри, коллеги. Я Амина Ибрагимова, основатель биотехнологического стартапа MyGenix. Суть нашего проекта заключается в том, что мы выдаем рекомендации для врачей по подбору лекарств. Также мы предоставляем свою линейку биомаркеров, нашу диагностическую панель. Мы предлагаем свое решение, это создание онлайн-платформы Cardio Assistant, которая выдает рекомендации по подбору рекомендаций для врачей. Она состоит из клиентской части, базы данных, которая включает в себя молекулярно-генетическое тестирование. Мы также предоставляем свою диагностическую панель. Мы планируем продавать годовую подписку онлайн-платформы. Также мы планируем предоставлять наши тесты, нашу панель биомаркеров, и также продавать патент компаниям. Мы уже привлекли 3,5 миллиона рублей от фонда Бортника. Мы уже разработали пилотную версию прототипа. Для разработки прототипа всего-то требуется 6 миллионов рублей. Мы сможем реализовать этот проект, так как у нас есть самое главное. У нас есть команда, это специалисты, это биоинформатики, инженеры. У нас есть IT-специалист, лаборатория анализа данных искусственного интеллекта. У нас есть врач-хирург. У нас есть специалисты из отдела маркетинга. Мы ищем стратегических партнеров. Мы готовы для сотрудничества и инвестиций. Спасибо за внимание. Мы поможем сохранить ваше сердце здоровым. Ура!